Кажется, это уже было. И снова ты. Привет. Я не допущу распространения чумы. Я рад, что ты пришел, Утор. Следи за своим тоном, юноша. Хоть ты и принц, но как паладин, ты все еще находишься под моим командованием. Как будто я не помню. Послушай, Утор, я должен рассказать тебе кое-что про чуму. О нет, мы опоздали. Все эти люди заражены чумой. Сейчас это еще незаметно, но скоро все они превратятся в нежить. Что? Весь город должен быть очищен. Как ты мог даже подумать об этом? Должен быть какой-то другой путь. Проклятие, Утор! Как будущий король, я приказываю тебе очистить этот город. Пока ты еще не король, юноша. Но этот приказ я не выполнил бы, будь ты хоть трижды тогда королем. Я буду расценивать это как измену. Измену? Ты совсем лишился рассудка, Артас? Неужели? Лорд Утор, властью данной мне по праву наследования, я отстраняю вас от командования и освобождаю от службы ваших паладинов. Артас, ты не можешь так это просто... Это уже сделано. Те из вас, кто действительно хочет спасти эту землю, за мной. Остальные прочь с глаз моих. Ты пересек опасную черту, Артас. Джайна? Прости, Артас. Я не могу на это смотреть. Займите позицию, а я поведу небольшой отряд в Стратхольм и начну очищение. Мы должны изолировать и уничтожить зараженных жителей ради всего Лордерона. Малая жертва ради всеобщего блага. Похоже, все готовы. Помните, эти люди заражены чумой и скоро умрут. Мы должны очистить Стратхольм и защитить Лордерон от плети.
Вперед. Я могу помочь вам лишь быстрой смертью. Это было только начало. Да, это начало. Я ждал тебя, юный принц. Я Малгани. Я не допущу этого, Малгани. Лучше эти люди погибнут от моей руки, чем станут твоими рабами после смерти. Малганис отправит своих прислужников из плети навстречу нам. Опытные воины и маги, ступайте и уничтожьте врагов. Я возглавлю оставшиеся войска в деле очищения Стратхольма от заразы. Слишком далеко. Come on.
убью. Слишком поздно, герой Лордерона. Пришло время мертвых. Хозяина. Герои, поспешите. Встретимся у крат. Этот город будет очищен. Идите за мной, я знаю дорогу. Я рад, что я смог добраться сюда раньше чумы. Малганис заплатит за это. Что это за магия? Кажется, у Малганиса в распоряжении есть еще кое-что, кроме плети. Давайте поспешим. Снова черная магия. Будьте готовы к всему. Идем дальше. Будьте начеку. Нас окружили. Малганис не собирается облегчить нам жизнь. Они упрямы. Что еще он поставит у меня на пути? Принц Артас Менитил, в этот самый день могущественное зло поглотило твою душу. Смерть, которую ты должен был принести другим, я делаю Делардерона то, что должен, и никакие слова и поступки меня не остановят. Yes!
Я спасу, Лордерон. Кратчайший путь к Малганису находится за тем книжным шкафом. Это займет совсем немного времени. Слава свету, что потайной ход еще работает. Да сжалится над ними свет. Давайте пройдем этот участок как можно смогу. Быстрее. Если мы не погибнем от нежити, то можем погибнуть от этого огня. Дышитесь немного. Имейте в виду, нам скоро достаем слишком далеко. Отдых окончен, надо идти. Алганис ждет. Наконец нам хоть как-то повезло. Огонь еще не добрался до торгового ряда. Малганис должен быть на площади рыцарей, которая находится недалеко отсюда. Скажите мне, как будете готовы идти дальше? Да свершится правосудие. Мы покончим с этим сейчас же, Малганис. Один на один. Это будет в царство вечных снегов, в Нордскую. Там мы уладим все наши дела. Там ты узнаешь свою судьбу. Я отыщу тебя на краю земли. Ты слышишь меня? На краю земли! Вы славно сражались сегодня. Все, что Малганис оставил тут, ваша награда. А мне нужно начинать готовиться к экспедиции в Нордскую.
Кажется, это уже было.